Якою б не була ваша робота, важкою, відповідальною, завжди пам'ятайте, що ви – жінка. І ваше тіло, здоров'я та краса теж потребують вашої уваги. А я розповім вам про найсучасніший спосіб підтримання краси та гармонії. Так, в ефірі програма «Східні танці» на телеканалі Maxi TV разом з Аллою Кушнір. І я пропоную починати. И, как всегда, мы начнем наше занятие с разминки. Для правильного выполнения движения нам нужно принять нужную позицию. Стопы параллельны друг другу. Затылочек, ягодицы на одной линии. Плечики опускаем вниз и начинаем нашу разминку. Разводим ручки в разные стороны и выполняем оттяжку в правую и левую сторону. Грудной отдел движется параллельно полу. Максимально таз остается на месте. Можно даже слегка зажать ягодичные мышцы и подать его вперед. И с каждым движением мы выполняем нашу оттяжку все дальше и дальше. Наши руки расслаблены, ни в коем случае не зафиксированы. Локоточки слегка округлены. И не останавливаемся. Продолжаем. Подбородочек параллелен полу. И постепенно останавливаем голову. И движение продолжает только грудной отдел. Если вы уже чувствуете свободу при выполнении этого движения, начинайте перемещаться. Маленькими шажочками идем вперед и назад. При этом у нас шаг естественный. Стараемся, чтобы изоляция не пропадала. И остались на месте. Потянем боковые мышцы, прогибом в правую и левую сторону, расслабились. Почувствовали, как сжимаются и растягиваются боковые мышцы. Выполним вращательные движения только верхней частью туловища. Ягодичные мышцы зажаты и проворачиваемся. Стараемся, чтобы амплитуда нашего наклона со всех сторон была одинаковая. И в обратную сторону. Перейдем к ручкам. Тянем пальчики на себя, ладошкой от себя. И выполняем мягкие волнообразные движения пальцами. Мы как будто в ладошку набираем песочек и, протирая его, медленно по песчинке рассыпаем. При этом можно не держать руки в статичном положении, можно двигать. И уже придавая какой-то танцевальный рисунок, танцевальный узор движения наших рук. Далее у нас идет плечо, локоть, кисть, плечо, локоть, кисть. Крупные волнообразные движения, которые всегда выполняются мягко, плавно и медленно. Сейчас мы сделаем мелкие движения. Высоко не поднимаем, низко не опускаем ручки. Замечательно. Впереди себя. Руками вы можете работать произвольно, поскольку руки при выполнении танца живота – это та часть тела, которая максимально поможет вам выразить ваши эмоции, настроение вашей души и желание вашего тела. Поднимем ручки вверх и опустим вниз через крупные круговые движения. Итак, какой же танец живота обойдется без движений животиком? Я предлагаю размять и его. А для этого нам нужно вспомнить специальную дыхательную технику. Итак, становимся в позицию, которая нужна нам для занятия танцем живота. Напоминаю, это стопы параллельны друг другу, затылочек, пяточки и ягодицы на одной линии. Делаем глубокий вдох и выдох. Задерживаем дыхание на 5-10 секунд и втягиваем и расслабляем живот, не надувая его. Итак, вдох-выдох. Еще раз вдох-выдох. Изменим позицию, выберем диагональ в нашей комнате и выполним еще раз. И последний раз, сменив диагональ, вдох-выдох. Умнички. Итак, следующая часть нашего тела – это бедра. Выведением бедра в правую и левую сторону мы разогреваем мышцы, которые помогут нам свободно работать бедрами, выполняя различные акценты, а также плавные и обтекаемые движения, которые присущи танцу. Стараемся выполнять оттяжку как можно дальше. Верх у нас при этом остается на месте. И выполним некоторые круговые движения. Таз движется параллельно полу и в обратную сторону. Теперь в разминке задействуем колени, сгибая и разгибая. Колени мы выталкиваем бедро наверх и опускаем вниз. При этом до конца колени не сгибаем и не разгибаем. Стараемся работать амплитудно, потому что от этого зависит наш результат. Чем больше вы стараетесь, тем быстрее вы затанцуете, и тем быстрее ваше тело примет желаемые вами формы. И теперь выполняем резкое открывание колена. Таким образом у нас получаются красивые акценты и бисерный пояс красиво заиграет на ваших бедрах и будет только вам помогать в танце. Итак, право-лево, вперед-назад, право-лево, вперед-назад. Так, 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 так. Если у вас получится сейчас перемещать ручки, это будет просто замечательно. Значит, ваша координация отличная. И вы можете себе позволить двигать быстро бедрами и медленно руками. А это знак того, что вы не пропустили ни одной нашей программы и занимались в полную силу, в полную ногу, в полный животик. Еще одно разминочное движение на сегодня, и мы начнем изучать с вами нашу новую танцевальную связочку. А это движение будет классическая египетская трясочка, с помощью которой мы будем выполнять виртуозные движения бедрами. Итак, расслабили наши колени. Наши ножки стоят в удобной позиции, вес тела распределен одинаково. И мы выполняем одинаковые движения без акцентов, выводя колени вперед и назад. Итак, ускоряемся и добавляем постоянство. Стараемся не останавливаться. Работаем с одинаковой амплитудой и стараемся, чтобы максимально работал наш низ, а верх был расслаблен. Если вы выполняете это движение и спокойно готовите кофе, чистите картошку, красите ресницы, значит, вы уже его научились делать. И даже можете поделиться этим маленьким секретом со своими подругами. Потому что это движение способствует улучшению кровообращения, способствует упругости ваших мышц и разглаживает кожу. Вы можете контролировать это движение, выполняя его интенсивней, ускоряясь и делая движение коленями мельче. И точно так же сбавлять скорость, выполнять его бисерно, мягко. Отлично. Итак, сегодняшняя танцевальная связка будет состоять из мягких обтекаемых движений. Для этого мы выполним круговые движения с акцентом на правое бедро. Правую ножку поставим на полупальчик. Расстояние между стопами у нас не широкие, буквально на размер стопы, и на подушечке, не опуская пяточку, мы двигаем бедром параллельно полу. 1, 2, 3, 4. Левая ножка. 1, 2, 3, 4. Правая. 3, 4 и переставляем. 1, 2, 3, 4. Комбинируем. Делаем 2 акцента через вперед. 1, 2, назад. 3, 4. Затем 1 вперед, 1 назад. И еще раз. 1, 2, 3, 4, 1 вперед, 1 назад. И поменяли аналогично на левую ножку. вперед и вперед, назад, назад, вперед и назад. Два первых движения у нас крупные и более плавные. Последнее движение вперед и назад очень мелкие. И 1, 2, 3, 4. Хоп и хоп. 1, 2, 3, 4. Вперед и назад. При выполнении следующего движения нам понадобится приставной шаг с выведением таза вперед, так называемая бочечка. Мы как будто впереди себя бедрами рисуем полукруг. Для этого нам нужно перенести вес тела на левую ножку и выполнить шаг в правую сторону с правой ноги, выполняя небольшой шаг и выводя таз вперед и приставка. А назад мы пойдем через заднюю плоскость. Левую сторону хоп и приставка. Вперед приставка, назад приставка. Хоп и приставка, назад и приставка. Если вы хотите, чтобы ваш полукруг получился как можно больше, выполняйте перенос вес тела с ножки на мягких коленях, ни в коем случае не на ровных. Мягкие колени дают свободу нашим бедрам. Итак, 1 и 2 и 1 и 2 и. Вместе с ручками красиво. Мы видим, что наш верх статичен. Максимально фиксируем грудной отдел и ни в коем случае не опускаем нос. И хоп и. Самое последнее движение у нас было таковым, что вес тела у нас остался на левой ноге, правая у нас опорная, очень мягкая. И готова для выполнения следующего движения. Это движение выполняется с помощью скруточки бедра. Мы выводим бедро назад и вперед, не открывая колено. Бедро движется параллельно полу. Мы его не поднимаем. Вперед и назад. Вперед и назад. Чтобы придать движению арабичности, слегка наклоните ваш корпус в правую сторону. Выводим таз, бедро назад и вперед, назад и вперед. Слегка добавляем акцент. В конце точка. Хоп, хоп. Чем выполняется резкий акцент? Он выполняется открытием колена. Резким открытием колена не до конца. И 1, 1, 1, 1. Для последней танцевальной связочки нам понадобится поворот и скрестный шаг. Итак, выполняем шаг с правой ножки, затем левую приставляем вперед, скручиваемся и приходим в исходную позицию через прокруточку. Шаг с левой ножки. Хоп, скручиваемся и проворот. Шаг, скручиваемся и проворот. Шаг, скручиваемся и проворот. Но на эти шаги у нас наложится вот такое вот интересное винтовое движение. Сейчас я его вам покажу. Мы выполняли его уже до этого, и это была наша бочечка. Сейчас она добавится к повороту. И мы сделаем шаг вместе с бочечкой, затем скрещиваем ножки, ушли в правую сторону и проворачиваемся, только теперь уже наш таз остается сзади. И только когда мы провернулись, мы выравниваем корпус. Выполним еще раз. Шаг на правую ножку. Шаг, бочечка, приставка, проворот. И выпрямились. С левой ножки. Шаг, скрестные ножки и бочечка. Шаг, скрестили, ушли вниз, провернулись и бочечка. Вот такое достаточно нелегкое. Сегодня у нас есть танцевальное созвездие движений. Но я думаю, что у вас все получится, и вы их запомните. Повторим еще раз. Мы сегодня отлично поработали, и я предлагаю соединить вам движение музыкой. Ось це і був найприємніший спосіб підтримання краси та здоров'я. Так, це була програма «Східні танці» на телеканалі Maxi TV. А я кажу вам до зустрічі!